Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин по итогам текущего года занял 16-ю строчку в списке лучших глав субъектов Российской Федерации. Об этом говорится на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Результаты получены на основании заочного анкетирования и очно-заочных опросов экспертов из разных областей. В рейтинг включены только те главы регионов, которые находятся на своем посту на момент публикации исследования. Следующая информация будет актуальна для путешественников. Перед туристическим походом туристы должны информировать МЧС о старте по маршруту не позднее, чем за 10 дней до начала путешествия. Напомним, организаторы несут персональную ответственность за обеспечение безопасности при прохождении туристами маршрутов. И время осваивать новую профессию. В Пермском крае реализуется программа бесплатного обучения граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости». В следующие два года освоить новую профессию смогут еще 242 тысячи человек. Для них доступно больше 24 тысяч образовательных программ. Записаться на бесплатное обучение, а также узнать более подробную информацию можно на порталах «Работа России» и «Госуслуги».